было лежать? Немного сена или соломы. До полуночи за столом обычно употребляли. Поздно рождественскую кутю, а уж после коронная. Начинался великий мясоед. Накануне Рождества и в день праздника одевались во все новое. Да, еще переодевались по нескольку раз, чтобы весь год были обновы. С 8 января начинаются святки, длящиеся 12 дней до крещения. По древнему верованию, дни святок новорожденный Бог странствует по земле и рассылает щедрые дары. О чем попросишь в молитве, то и получишь. Считалось, что в то время исполняли самое заветное желание. Святки сопровождали своими обычаями и обрядами, святочным гулянием, святочным колядованием, щедрованием, гаданием под Рождество, Новый год и крещение. Святки являлись временем отдыха, игр, развлечений, гуляний, пением песен и частушек. Начинаемся, частушки, просим не смеяться. Тут народу очень много, можно растеряться. Значит, горочки летятся, как девочки, вида румяные, веселые, пешком запорошенные. Я на саночки сажусь, смело с горочки катить. Пусть от снега белая, зато такая смелая. Я сегодня рано встала, сразу к елке подбежала. Вот спасибо, Дед Мороз, что подарки мне принес. Дед Мороз прошел по сене, стал сосульками из меня. Если в юга не летели, что снегурите меня. Я веселая снегурка, поиграю с вами в жмурки. Но боюсь, что битый шер от горячего растает. Не лети снеговика, мама ищет ригача. Где сынок мой, где же он? Загадали снежником. Мороз белой бородой, с пышными усами. Как парнишка молодой, пляшет вместе с нами. Посмотрите, Дед Мороз празднично одетый. Он подарки нам принес, пряники, конфеты. В нашем зале шумит снег, не смолкает пение. Наша елка лучше всех, в этом нет сомнения.